Лес Хекетов, 22 августа, Джейкоб. Глава 6. Молитва перед сном. Эмма! Твою мать! О, черт! Черт! А кто это у нас там? Блять! Да блин, твою же мать! Нас зовут. Эмма, это ты? Так. Найти Эмму. Наша задача. Хорошо. Может быть, мы найдем даже какую-нибудь карту. Так, мы здесь... Сейчас осмотримся, но... Осмотреться нам не дают, нам... Дают только подняться по лестнице, поэтому выбора у нас нет. Пойдем, поднимемся. Что-то у нас подсвечивается. Блин, тут лучше не нырять. Хорошо. Так. Блин, херовое дело. Вот дерьмо. Это чей-то след, что ли, был? След от сапога? Камера. Возможно, на ней что-то есть. Доказательство найдено, карта памяти. Карта памяти из грязной сломанной камеры, которая валялась в лесу. Ничего нам это не дает. А. Вдруг на ней что есть? Ну, наверное, мы можем посмотреть это... В тайной комнате директора лагеря, мистера Хэ. Так, мы правильно идем-то вообще? Что-то. Нет, отсюда мы пришли. Чё-то я заблудился. На одном мосту. Так, там у нас лежала камера. Понятно. Саму камеру мы взять не можем. Но здесь вроде как у нас нет ничего. Нет. Но спускаемся. Тема! Да чтоб тебя! Пусть будет облегчение. Охренеть. Я так рад видеть тебя! Значит, в бассейне была не Эмма. Черт возьми! Ты бросил меня там, урод! Эмма, ты чё?
Что тут происходит? Я не знаю. Там какой-то медведь напал на Ника и Эбби. Да, и на меня. Но это был точно не медведь. Что? Кто? Где? Как? Извини, я просто... рад, что ты цела. Да, но чудом. Монстр, который на меня напал, был... Кто? О чем ты, Эмма? Был как из фильма ужасов. Ладно. Ну, это, наверное, был медведь. Мы типа его разозлили. Ты что, дебил? Ты прекрасно знаешь, что это не медведь. Нет, ты права, права. А еще эти сраные охотники. Буквально на каждом шагу. Все очень круто. Это их рук дело. Столько крови. Да, но это не моя. Да, тот еще запашок. Без обид. Ладно. Эта тварь укусила меня. Надо, чтобы Кейтлин посмотрела. Укус типа... это царапинка? Мне казалось, что он больше. Ладно, надо валить из этого леса. Что? Серьезно, что ли? Знаешь, Джейкоб, ты не обязан всегда вести себя как мудак. Пусть будет защита. Эй, я пытаюсь нас спасти! Я и сама неплохо справляюсь. Что? Не нужно меня спасать. Я не собираюсь падать в обморок к ногам рыцаря в сияющих доспехах. И еще, я не удивлюсь, если ты сам все это подстроил. О боже, что? Бежим! А вот и я. Но это какой-то другой монстр, Джейкоб! По-моему. Прости! Этот какой-то с ушами. Черт. Предыдущий был без ушей, по-моему. Так, спрятаться, бежать. Бежать. Пусть будет бежать. Ого. Ой. Сколько капканов. Ты черт. Сука, блять. Черт. Дернуть, открыть. Не, откроем. Не будем дергать. Сука. Хотя сейчас... Сука! Может случиться непоправимое. Блядь! Слушайте, вы... Вот так вот. Дома в лагере Хэкетс-Квори, 22 августа, Кейтлин. А кто же в бассейне тогда? Чё-то я не припомню такого персонажа. Она заодно с охотниками? Не думаю. Так, благоразумие пусть будет... Я предполагаю, что это оборотень, что делать? Которого ничего. Убили, и она вернулась в свой человеческий облик. Хотя, может, это я не Келли прав, но Хэкет. Посмотрим. Дочь мистера Хэ? Она вроде уехала домой. Кейли. Да. Я так думал. О, блин. Бедняжка.
Ник! Ты так пахнешь. Да, давайте вмешаемся. Что это такое? Эй, дружок, сбавь-ка обороты, а? Съеби, Кейтлин! Ого! Что-то с ним не то. Ник, ты что? Так бы и съел. Эй! Иди сюда. Ник, ты чего? Отстань! Берегись! Да отстань! Ник? Это как? Он приставал! Ник! Чем? Так, помочь успокоить Эбби. Но мне кажется, Нику уже не поможешь. Эй, тихо, тихо. Держу, держу. Что я натворила? Эбби ценит вашу поддержку, хорошо. Я не знаю. Он замерз. Ладно, идем в раздевалку, согреем его. Так. Дома бассейна Хэкетс Кворри, 22 августа, Эбигейл. Бля, прости. Хватит дергаться. Рана вроде чистая. О, крови нет. Но тебе бы к врачу. Так, это все, что было в медпункте. О, кайф. Молись, чтоб мы нашли врача, пока они действуют. Нам надо фиксировать все, что тут происходит. Для копов. Да. У них будут вопросы про труп в бассейне. Полегче. Нужны фотки всего подряд. У меня такое чувство, что копы нам в жизни не поверят, если у нас не будет доказательств. Хорошо. Если есть телефон и вы что-то видите, фоткайте или снимайте видос. Да. Ты там как, Эбби? Может, пока поищешь что-нибудь, чтобы устроить Ника поудобнее? Так. Найти что-нибудь, чтобы устроить Ника поудобнее. Хорошо. Вот, лучше. Спасибо. Эй. Ладно, пойдем пройдемся. Пойдем пройдемся, что-нибудь поищем. С вами мы поговорить не можем. Понятно. Что у нас здесь? Так, а где Калиб? Найдена улика, фотография отдыхающих. Фрагмент новейшей истории лагеря. Юный Райан проводит время с детьми Криса Хейкета, Калибом и Кейли. Хорошо. Это что? Шкафчик? Найдена улика, жуткий рисунок. Среди множества забытых вещей можно найти набросок женщины в лесу. Похоже, истории о призраках запали кому-то в душу. Менялось всего за 12 часов. Оу, с этим парнем что-то не так. Ему хреново. Видели, как он психанул там в воде? Да, он был как... как рыба на берегу. Да? Да.
Я заметила кое-что, когда промывала его раны. В коттедже. Ты о чем? Он был весь в крови, но я не нашла следов укуса. Или ран, ничего. А он все крутился, как будто не хотел, чтобы я смотрела. Бешенство? На людей не бросается. Эбби с тобой поспорит. Да. Вроде аквафобия – симптом бешенства? Гидрофобия, да. Но это вроде бы страх пить жидкость, а не намокнуть. А он был... Как мой кот в ванне. Да. Эбби. Да? Можно вопрос? Конечно. Я тебе нравлюсь? Очень, очень. Давайте спокойствие. Ник. Пожалуйста, просто ответь. Мне очень нравилось общаться с тобой этим летом. Ты будто... 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 Что? Ты не хочешь отвечать. Ну так оно и есть, как бы. Эбби. Что? Я хочу тебя спросить. Ладно. Давай. Почему я тебе не нравлюсь? Но пусть будет опасение. Ник, ты другой. Нет. Я Ник. Хер как штык. Что? Ты кто? Я болен, Эбби. А тебе все равно? Я же... Я... Ты не шибко умная, да? Дурочка, Эбби. Ник. Подстилка. Влажная сучка. Это не ты. Ты другой. Я... Ну все, уже кукушечка едет. Стой, Эбби! Эбби, ты цела? Вот это да. Охренеть. Так, там ствол лежит. В бошку ему, вот. Путь выбран хорошо. Нет. Вот так вот. Кострище Хекетсквори, 22 августа, Эмма. О. Куда все подевались? Ладно. Так, значит, я вожатая в пустом лагере. Мы с друзьями у костра.
Потом начался дождь. И тут еще монстры. Я пойду в коттедж. Так, что у нас здесь? Зажигалка и какие-то петарды, последняя, что ли? Путь обновлен. Ты опять со своим телефоном? Что там лежит? Пойдем посмотрим. Здесь мы пройдем, пройдем. Что это такое? А, это ящик из-под пива. Пойдем зайдем в палатку. Посмотрим, что это. Что это, что это. Хм. Страшилки Райана. Что там пишут? Я и не знала, что детей это так пугает. Так себе из нас вожатые. Найдена улика, детское письмо домой. Так. Как нам на улику посмотреть? Ребенок, написавший это письмо, видимо, передумал и решил его не отправлять. В конце концов, истории о призраках всего лишь истории. Хорошо. В эту палатку мы не сможем зайти. Так, нам нужно вернуться в лагерь, я так понимаю. Отыскать других вожатых. Угу. Но нас уже отыскали прежде. Кто-то за нами следит. Пойдем посмотрим здесь. Может быть, какую-нибудь карту мы найдем. Ничего нет. Мне кажется, мы неправильно идем. Нам не нужно сюда. Хотя вот какой-то путь наверх, возможно, нам как раз-таки сюда. Не видно там дома, что ли, или что это такое? Не пойму. Так, нам куда? Нам куда? Что это такое? Веревка, что ли, какая-то? Так, здесь мы пройдем. Что-то мы куда-то не туда идем, мне кажется. Куда? А, нет, вот дома, отлично, дома есть. Так, здесь как-то мы можем подняться? Нет. Здесь мы не поднимемся. Нам нужно идти по тропинке. По тропинке. На камушках там нет ничего интересного. Ночью тут гораздо сложнее ориентироваться, чем днем. Ну что же, к
Где дома? Так, вот это камушки, к которым мы подходили. Так, отсюда мы только что спустились. Значит, нам нужно вот сюда, наверное. Вот дома где-то здесь. Ой-ой-ой. Нам желательно побыстрее к домам вернуться. Вот там какая-то бабуля стоит. Шш, Бобби. Нет, не надо. Один укус и... сам знаешь. Я такого еще не делал, пап. А это сын его. Ой, ой-ой-ой. Хорошо, хорошо. Путь обновлен, отлично. Так. Эбби? Райан? Дом у бассейна Хэкетсквори, 23 августа, Райан. Я убила его. Мертвецы обычно не прыгают в окно и не убегают в лес. Заверение пусть будет, или заверение. Он хотел напасть, ты защищалась. Я в этом не уверена. Точно. Нет. Или ты, или он. И, ну, это был не наш ник. Это просто пиздец. О, эй! О, черт! Куда делся Крис Хэкет? Испуг, подозрение пусть будет, конечно. Возможно, кто нам там поможет. Помогите! Прошу! Кто ты? Меня зовут Лора Кирни. И? И впустите меня, тут опасно. Да, там какая-то чокнутая людей убивает. Я не убиваю людей. Охренеть, ты Лора Кирни. Ты Лора Кирни? Да. Ты должна была работать, помогать в медпункте, но так и не приехала. Ты и тот парень, ну... Макс. Да, Макс. Да. Мистер Хэкет сказал, что вы в последний момент передумали. Я думаю, мы должны ее выслушать. Внутри. Интерес. Да. Откроем дверь. Ладно. Я открою дверь. Медленно. Не опускай руки. Окей. Ну да, похоже. А
Опять у нас нет карт. Мы снова здесь. Да, в принципе, они нам и не нужны, по большому счету, потому что в этом горшке, через который она там вещает, там вообще нифига не видно. Давай-ка еще там разок взглянем на твои находки. Кто же так ищет? Это ведь не простые карты. Неужели не ясно? Они могут помочь. Я могу помочь. Ну, ступай. Все, кыш. Минус одна тварь. Разве это не прекрасно?